Шум двигателя мусоровоза, шум механизмов подъема и опускания мусорных баков, шум падающего в контейнер мусора. Этот грохот эхом раздается под окнами во всем дворе. В среднем продолжительность погрузки полчаса. Время, в которое начинают работы, разное. Где-то в 3 часа ночи, где-то ближе к 6 утра. И все чаще жильцы многоквартирных домов жалуются на ночной или слишком ранний шум, создаваемый в ходе таких работ и мешающий спать. Количество подобных жалоб возрастает, это говорит о том, что действительно эту проблему необходимо решать. То, что у нас отсутствует график уборки на контейнерных площадках, нет координат, нет информации о том, кто оказывает данные услуги, это порой лишает людей возможности предъявлять обоснованные претензии, указывая конкретно на час, день, когда все это происходило, что происходит. Напомню, Рязанская областная дума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому время тишины на территории региона продлено с 22 часов до 8 часов утра, а также с 13 до 15 часов днем. К нарушениям данного закона, в том числе, относится проведение ремонтных, строительных, разгрузочных работ с использованием механических средств и технических устройств. Штраф за нарушение для юридических лиц от 5000 до 15000 рублей, за повторное нарушение от 15 до 25000 рублей. Предъявление обоснованных претензий потребителей, оно должно сопровождаться досудебными претензиями в адрес организации, которая оказывает данные услуги. И если будет установлен действительно превышение уровень шума или нарушение санитарии, то вплоть до того, что предъявление исков о компенсации морального вреда в пользу каждого гражданина, который зарегистрирован на данной территории. Кроме того, существует федеральное законодательство, санитарные правила содержания территории населенных мест или СанПин. Согласно этим правилам, для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. Куда же обращаться, если этот пункт нарушается? Статьей 20 Жилищного кодекса установлены полномочия органов государственного жилищного надзора или жилищных инспекций, в том числе проверка управляющих организаций и региональных операторов по обращению с отходами. Контроль за соблюдением законодательства в сфере санитарного благополучия в РФ – это сфера Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства могут измерить уровень шума, поэтому если вас беспокоит ночной грохот, обращаться с заявлениями нужно именно в эти организации.